На трибунах все больше болельщиков, до игры всего несколько минут. Сегодня на поле футбольный клуб «Химки» встречается с курским «Авангардом». Состав тот же, что и на последних матчах прошлого сезона. Стабильный и сыгранный. Стартовый свисток, игра началась. В первом тайме красно-черные сразу захватили инициативу. Уже на 10-й минуте Илья Кухарчук вывел химчан вперед своим пенальти. Игра выдалась напряженной и жесткой. За каждый мяч настоящая битва. Во втором тайме на поле вышел Владимир Дедюн, заменив автора первого забитого мяча. И тут же дал болельщикам целых два повода для радости. Сначала точный удар головой в ворота, а на 89-й минуте попадание из штрафной. Трибуны ликуют, в числе болельщиков и глава городского округа Дмитрий Волошин. Финальный счет 3-0. Мы очень рады, вот мы пригласили тоже друзей. Супер игра, болели за Химки, молодцы, не подвели. Игра мне понравилась. Хорошо, что Химки победили все-таки. Классная игра, очень много классных моментов. Яркая игра, вообще суперская абсолютно. И счет очень классный. Прямо действительно все порадовало. Такие эмоции незабываемые. С каждым разом приходим, все больше радуемся, потому что это невероятно. Это вот просто хочется смотреть еще раз. Это вторая победа подряд от красно-черных. В прошлый раз Химки обошли команду «Луч энергия». Впереди матч с ивановским «Текстильщиком», который пройдет через неделю в Москве. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.